Привет, друзья! С вами опять я, Рита Суслова, и вы на моем канале. Наконец-то у нас спала жара. Это очень здорово, когда нет жары. И сегодня мы едем на остров Новая Голландия. Итак, друзья, отправляемся мы на остров Голландия. Сегодня решила ехать на транспорте, поскольку последний раз намучилась с парковкой. Ищем троллейбус номер 5. Здесь его нет. Кстати, мы находимся на Невском проспекте. Здесь, дочь? Решили немножечко пройтись пешком. Погода хорошая. Сразу решили на транспорте не ехать. Сейчас, наверное, градусов 19-20. Тепло, ветерок прекрасно. Наверное, думаю, что мы туристы. Пускай думают. А вот там вот мы видим дом книги. Посмотрим струны. А, кстати, сейчас мы идем прямо напротив дома книги, вот этого вот здания красивого. Слева будет Казанский собор. Девочки, ну давайте зайдем, подойдем, может, к Казанскому. Пока зеленый, давайте пройдем. Вот он, Казанский собор. Для нас такие здания монументальные. Естественно, их видеть. Когда я ездила на работу, я проезжала каждый день. А для кого-то, для людей из маленьких городов, наверное, это должно быть интересно. Здесь много иностранцев. Памятник фельдмаршалу Кутузову, князю Кутузову Смоленскому. Сонь, посмотри, какой собор. Нравится тебе, Сонь? Сегодня в Казанский собор мы с вами не пойдем, поскольку мы направляемся сегодня в другое место. А Казанский собор, мы посетим в следующий раз. Вот он, дом книги, поближе вам его покажу. И что же мы видим дальше? Дальше мы видим Спас на Крови, вот вдалеке. Сейчас мы перейдем дорогу, и я вам его покажу. Так, ребятки, пока зеленый, побежали. 3 секунды, серьезно. Серьезно, серьезно, не бойся. Да, я немножечко. Вот он, дом книги наш. Такие двери у нас тут роскошные. И вот он впереди,
спас на крови. Главный купол сейчас вижу на реконструкции. А тут девочки какие-то ползают. Петербурженки мои любимые. Нет, мы же собрались ехать на остров Новая Голландия. Поэтому, девчонки, пойдемте-ка дальше. Красота какая. Хочется и туда, и всюду. И музыкальный магазин здесь потрясающий, книжный. Я, друзья, обожаю книжные магазины. Вот. Но мы собрались в Новую Голландию, так что поехали, Соня. Идем дальше. Сонь, пойдем. А, туда? Да. Ну вот, зашли мы в музыкальный магазин, купили струну Анжелики и направляемся дальше. Идем вдоль по Невскому. Кто с нами? Смотри, какая красивая. Это колоннады. Да, так я это и хотела. Давайте. Ой, Соня, смотри, какие качельки. А русский ресторан «Катюша». Иностранцы все туда маршируют. Сонь, пойдем туда еще сходим. А здесь так называемые книжные развалы. Здесь можно книжки посмотреть. Художественная литература. Ой, да, мне тоже сразу все нужно. Анжелик, вот на таком мне надо сниматься, да? А когда? 22 июня? 7 часов, да. Пойдем? Да. Это встреча на 5. Может, мне нравится. Ну что, похоже, мы скоро пойдем на концерт органной музыки. Хочется пока садиться в троллейбус, хочется еще походить по городу. Идем в пешеходный переход.
почти уже добрались до Новой Голландии. Сзади меня мы видим Исаакиевский собор. Там вон колоннада Исаакиевского собора. Ну что, пойдемте посмотрим Новую Голландию. Сонь, смотри, там уточки. Голландский остров – это искусственно созданный остров. Очень давно, еще в старые времена, тендер на благоустройство этого острова выиграл Абрамович. И сделано здесь все очень хорошо. Это одно из немногих мест, где можно ходить по газонам, лежать на газонах. Все предусмотрено для отдыха. Девушки тут загорают.